Три человека получили ножевое ранение в результате бытового конфликта в одной из столичных квартир. Как сообщили в городском департаменте полиции, подозреваемый мужчина, уже задержанный, дает признательные показания. Установлено, что он находился в гостях у знакомого и распивал спиртные напитки. В ходе беседы возник словесный конфликт по поводу метода воспитания детей. После чего мужчина взял со стола кухонный нож и нанес своему собутыльнику несколько ударов в живот. А выбежав из квартиры, столкнулся с соседом на лестничной площадке и, желая быстрее скрыться с места преступления, ранил его ножом, а затем, размахивая холодным оружием, порезал руку женщине, выбежавшей из соседней квартиры. Всех пострадавших госпитализировали. Сотрудники полиции не позволили скрыться с места преступления подозреваемому в совершении тяжкого преступления и задержали его в течение 15 минут. По данному факту ведется досудебное расследование. Установлено, что задержанный ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.